Я лет 20 слышу разговоры о том, что у нас статически меняется демографическая ситуация, пенсионеров все больше, работающих все меньше, надо что-то делать. Три пенсионные реформы пережиты, толку не было ни от одной, и все время говорят, давайте увеличим пенсионный возраст. Конечно, я понимаю, у любой проблемы есть простое, понятное и неправильное решение. В данном случае решение именно такое. Средний размер пенсии, говорю это не в первый раз, это дробь числителя, объем средств, управляемых на выплату пенсии, упоминается число пенсионеров. Вместо того, чтобы увеличивать числитель, искать дополнительные средства на выплату пенсии, нам предлагается в законопроекте обрезать знаменатель. Чем выше пенсионный возраст, тем меньше пенсионеров. Все же понятно совершенно. Так это, простите, людоедский принцип. Да, давайте сделаем 90 лет пенсионный возраст, тогда ого-го, какие пенсии. Конечно, надо искать дополнительные деньги. Откуда взять? Легко сказать, откуда взять. Давайте прекратим воевать в Сирии, в Украине. Давайте прекратим тратить деньги на безумно раздутые силовые ведомства. Давайте прекратим тратить деньги на огромное количество полиции, Росгвардии и прочих товарищей, которые больше охраняют власть от нас, от граждан, чем граждан от преступников. Давайте коррупцию сократим. Давайте сократим расходы на оборону. На нас никто не нападает, слава богу, и не собирается. Вот откуда можно взять.